Сестры, добро пожаловать на общее собрание Общества Милосердия Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы собрались в этот прекрасный вечер в конференц-центре Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. Какое удовольствие смотреть на вас. Мы знаем, что подобные собрания сестер Общества Милосердия проходят по всему миру. Мы надеемся, что вы ощутите нашу любовь, каждый из вас, где бы вы ни смотрели эту трансляцию. Президент Томас С. Монсон, председательствующий на этом собрании, попросил меня быть ведущей. Я сестра Линда Бертон, генеральный президент Общества Милосердия. Мы рады, что сегодня с нами президент Монсон и его советники, президенты Генри Айринг и Дитер Ухдорф. Это великое благословение служить под их руководством. Мы тепло приветствуем старейшин Джеффри Холланда и Теда Кристоферсона, членов кворума 12 апостолов, и епископа Гэри Стивенсона, председательствующего епископа церкви. Мы любим и поддерживаем этих братьев. В президиуме также находятся мои преданные советницы, сестры Кэрол Стивенс и Линда Ривз. Мы благодарны за возможность служить вместе. Мы приветствуем и ценим наших возлюбленных сестер в генеральных президентствах Общества молодых женщин и Первоначального общества, а также членов Генерального правления, которые тоже здесь. Мы приветствуем каждого из вас, присутствующих в этой аудитории, и тех, кто участвует в собрании посредством телевидения, спутниковой трансляции, интернета и других технологий. После исторического объявления президента Монсона об изменении возраста служения на миссии, когда мы последний раз встречались, кажется уместным, что сегодня музыку исполняет хор сестер-миссионерок из Центра подготовки миссионеров Прово, штат Юта, вместе с женщинами из региона Прово. Дирижер Эмили Одли за органом Бонни Гудлиф. Хор и собравшиеся откроют это собрание гимном «Искупитель Израиля». После этого вступительную молитву произнесет сестра Лорейн Свенсон, член Генерального правления Общества Милосердия. Наш Небесный Отец, мы благодарны, что у нас есть возможность встретиться здесь, в центре для конференций с сестрами милосердия.
Мы благодарны тебе за эту замечательную организацию сестер, что мы можем делиться друг с другом. Мы благодарны, что у нас есть возможность есть эти слова пророков и апостолов, наших руководителей. Мы благодарны за живущего пророка на земле, Томаса С. Монсона, за руководителей общества милосердия. И мы просим, пожалуйста, за тех, кто будет говорить к нам сегодня вечером, чтобы они были поддержаны в тех словах, которые они обращаются к нам. Мы благодарны за миссионерский хор, и мы благодарны за этих сестер, которые поют сегодня для нас, и за то, что они поют по всему миру, проповедовать Слово Бога по всему миру, что они будут, что у них будет возможность делиться Евангелием спасения, что они донесут Твое послание спасения тем, кто в этом нуждается. И мы также просим, чтобы мы также, у нас была возможность быть миссионерами в Духе. Мы благодарны за Твоего Сына, за Его великую жертву. И мы также благодарны за возможность быть членами Твоей Церкви. Мы просим, пожалуйста, пусть Дух Твой пребывает с нами на этой встрече, и чтобы все слова, которые будут говорить сегодня, затронули наши сердца. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Thank you, sisters, for that heartfelt hymn. Спасибо вам, сестры, за этот трогательный гимн. А теперь у меня будет возможность выступить перед вами. По окончании моего выступления хор исполнит попурри из двух гимнов «Иди вперед ты с верой» и «Как сестры в Сионе». После этого к нам обратится сестра Кэрол Стивенс, первая советница в Генеральном президентстве Общества Милосердия. После нее выступит сестра Линда Ривз, вторая советница в Генеральном президентстве Общества Милосердия. Затем хор и собравшиеся, стоя, вместе исполнят гимн «Пойду, куда хочешь с тобой». Я хотела бы начать с одной трогательной истории. Как-то вечером один человек созывал своих пятерых овец в загон на ночлег. Его семья с большим интересом следила за происходящим. В ответ на его простой зов «пойдем» все пятеро сразу же подняли свои головы и обернулись. Четыре овцы бросились к нему. С любовью и добротой он ласково погладил каждую из четырех овец по голове. Овцы знали его голос и любили его. Но пятая овца не прибежала. Это была крупная овца, которую несколько недель назад отдал ее прежний хозяин, сообщив, что она своенравная, непокорная и постоянно уходит за собой других овец. Новый хозяин принял овцу и несколько дней держал ее, привязанной к столбу на своем поле, чтобы она научилась оставаться на месте. Он терпеливо учил ее любить его и других овец, и в конце концов оставил на ее шее лишь короткий кусок веревки, который даже не привязал к столбу. В тот вечер вся семья наблюдала за тем, как тот человек подошел к овце, стоявшей на краю поля, и снова мягко сказал: «Пойдем, ты больше не привязана, ты свободна». Потом он с любовью протянул руки, положил руку ей на голову и вместе с ней и с другими овцами направился к загону. В духе этой истории я молюсь о том, чтобы Святой Дух помог нам сегодня вместе учиться соблюдению заветов. Заключать и соблюдать заветы значит по своей воле и выбору связать себя с Небесным Отцом и Иисусом Христом. Это значит дать обязательство следовать за Спасителем. Это значит доверять Ему и иметь желание проявить благодарность за ту цену, которую Он заплатил, чтобы освободить нас через бесконечный дар искупления. Старейший Джеффри Холланд объяснил, что завет — это обязательно для исполнения духовный контракт, торжественное обещание Богу, нашему Отцу, что мы будем жить, думать и действовать в определенном образом, а именно по примеру Его Сына, Господа Иисуса Христа. В свою очередь, Отец, Сын и Святой Дух обещают нам вечную жизнь во всем ее великолепии. В этом обязательном контракте Господь ставит условия, а мы соглашаемся исполнять их. Заключение и соблюдение заветов — это выражение нашей решимости уподобиться Спасителю. В идеале мы должны стремиться к поведению, которое лучше всего описано в строках любимого гимна. «Пойду, куда хочешь с тобой, скажу, что велишь мне сказать, и кем повелишь, буду я». Зачем заключать и соблюдать заветы? Номер один. Нефи
узрел видение, как грандиозные благословения Господа изливаются на тех, кто соблюдает свои заветы. И было так, что я, Нефий, увидел силу Агнца Божьего, и она сошла на заветный народ Господа, и он был вооружен праведностью и силой Божьей великой славе. Недавно у меня появилась чудесная подруга. Эта юная сестра свидетельствовала о том, что после получения храмового облечения она ощутила прилив сил, что позволило ей сопротивляться с искушением, которое она боролась прежде. Соблюдая заветы, мы тоже получаем мужество и силы, помогающие нам нести бремена других людей. Одна сестра сокрушалась из-за того, что ее сын проходил серьезные испытания. Благодаря вере своих сестер из общества милосердия, как хранителей заветов, она попросила их поститься и молиться за ее сына. Другая сестра сожалела, что не обратилась когда-то сестрам с подобной просьбой о молитвах. Несколько лет назад у ее сына были трудности. Как бы ей хотелось вернуться назад и попросить их помочь ее семье нести это бремя, Спаситель сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики». Sisters, we all have burdens to bear and burdens to share. An invitation to bear one another's burdens is an invitation to keep our covenants. И нести бремена друг друга — это приглашение к соблюдению заветов. Совет, который дала Люси Мак-Смит первым сестрам общества милосердия, актуален сегодня как никогда. Мы должны лелеять друг друга, присматривать друг за другом, утешать друг друга и внимать наставлениям, дабы мы могли все вместе воссесть на небесах. Это же соблюдение заветов и программа навещающих сестер в чистом виде. Книга Мормона напоминает нам о том, что даже пророку Алме выпало бремя воспитания непокорного сына. Но Алме повезло. Он оказался благословлен соблюдающими заветы братьями и сестрами в Евангелии, людьми, глубоко обращенными в веру в Господа и познавшими, что значит нести бремена других людей. Мы знаем стих в книге Моисея, где говорится о великой силе молитвы Алмы за его сына. Но летопись также гласит, что Господь услышал молитвы народа своего, а также молитвы слуги своего Алмы. Мы знаем, что Господь всегда радуется кающейся душе, но больше всего на свете нам хочется, чтобы наши дети, следуя совету президента Генри Айринга, начали тотчас и были стойкими в заключении и соблюдении заветов. Не так давно на одном совете руководителей священства и вспомогательной организации был поднят серьезный и откровенный вопрос: действительно ли мы ожидаем, что наши 8-летние дети будут соблюдать свои заветы? Посоветовавшись, мы решили, что один из способов подготовить детей к заключению и соблюдению священных заветов крещения — помочь им научиться давать и выполнять простое обещание. Верным родителям дано знать, как лучше всего удовлетворять потребности своих детей. Если родители ищут личных откровений, действуют в согласии с ними, советуются между собой, применяя на деле и разъясняя простые принципы Евангелия, у них будет сила укреплять и защищать свои семьи. Другие члены семьи тоже могут помочь. Мой любимый дедушка учил нас тому, как важно соблюдать обещания с помощью простой песни. Пока обещание тобой дано, решай для себя, так ли важно оно. Но уж если решил обещание дать, важно в сердце его начертать, в своем сердце его начертать. Эта простая песенка поучала нас любовью, убежденностью и силой, поскольку сам дедушка начертал собственное обещание в своем сердце. Я знаю одну мудрую мать, которая намеренно привлекает своих детей к соблюдению ее собственных заветов. Она с радостью несет бремена соседей, друзей и прихожан и утешает тех, кто нуждается в утешении. Неудивительно, что ее младшая дочь недавно спросила, как бы она могла утешить своего младшего друга, у которого только что умер отец. Эта ситуация идеально подходила для того, чтобы объяснить ей, что ее желание и стремление утешить друга – один из способов соблюдать свой завет крещения. Как мы можем ожидать, что наши дети будут заключать и соблюдать свои храмовые заветы, если не ожидаем от них соблюдения их первого завета, завета крещения? Старейшина Ричард Скотт отметил: «Одно из величайших благословений, которое мы можем предложить миру, это сила дома, сосредоточенного на кресте, в котором преподается Евангелие, соблюдаются заветы и царит любовь». Как же мы можем создать такой дом, где будем готовить своих детей к заключению и соблюдению храмовых заветов?
Мы можем вместе узнавать, что значит быть достойными рекомендаций для посещения храма. Мы можем вместе узнавать, как слушать Святого Духа. Поскольку храмовое обличение приходит через откровение, нам нужно освоить этот важный навык. Мы можем вместе узнавать, как учиться с помощью символов, начиная со священных символов крещения и причастия. Мы можем вместе узнавать, почему тело священно и почему иногда его сравнивают с храмом, и какова связь между скромной одеждой и опрятным внешним видом и священной природой храмовой одежды. Мы можем вместе узнавать план счастья из священных писаний. Чем лучше мы понимаем план Небесного Отца и искупление, изложенное в священных писаниях, тем больше смысла приобретает для нас храмовое богослужение. Мы можем вместе узнавать историю о наших предках, исследовать семейную историю, индексировать и совершать заместительную храмовую работу для умерших близких. Мы можем вместе узнавать значение таких терминов, как обличение, таинство, запечатывание, священство, ключи и других слов, связанных с храмовым богослужением. Мы можем объяснять, что приходим в храм для заключения заветов с Небесным Отцом и возвращаемся, чтобы выполнять их. Давайте при обучении помнить принцип хорошего, лучшего и наилучшего. Хорошо, когда мы рассказываем детям своим о храме. Лучше, когда мы готовим их к заключению и соблюдению заветов и ожидаем от них этого. Но лучше всего, когда мы подаем им пример, охотно придерживаясь своих заветов, крещений и храмовых заветов. Сестры, осознаем ли мы свою роль в работе спасения, когда растим детей, учим и готовим их продвигаться вперед по пути соблюдения заветов? Мы обретем силу, поступая так, когда будем почитать и соблюдать свои заветы. Соблюдение заветов — это важное условие для истинного счастья. Президент Монсон учил: «Священные заветы должны восприниматься нами с благоговением и верностью им. Необходимые условия для счастья». Во втором Нефии есть простые слова: «И было так, что мы жили счастливой жизнью». Чуть раньше, в той же главе, мы узнаем, что Нефий и его народ только что построили храм. Несомненно, они были исполнены радостью и хранили заветы. А в книге Алмы мы читаем: «Не было более счастливого времени для народа Нефиева со дней Нефия, чем во дни Марония». Почему? И снова мы узнаем из предыдущего стиха, что они были верны в соблюдении заповеди Господней. Хранители заветов — это хранители заповедей. Я люблю стих, в котором сказано: «И ныне, когда люди услышали эти слова», имеется в виду слова, описывающие завет крещения, «они захлопали в ладоши от радости и воскликнули: „Это желание наших сердец“». Мне очень нравится желание их сердец. Они с радостью пожелали заключить и соблюдать свои заветы. В один воскресный день юная сестра с радостью воскликнула: «Сегодня я смогу принять причастие». Когда мы в последний раз радовались этой привилегии? И как мы это демонстрируем? Мы делаем это, всегда вспоминая Спасителя и всегда соблюдая Его заповеди, в том числе соблюдая Его субботний день святости. Мы демонстрируем это, вспоминая Его во время личных и семейных молитв, ежедневно изучая Священное Писание и еженедельные семейные домашние вечера, когда мы их проводим. А если вдруг мы отвлеклись от этих важных дел или стали пренебрегать ими, мы каемся и начинаем сначала. Заключение и радостное соблюдение заветов приводит в действие и оживляет важные священные и спасительные таинства, которые нам необходимо получить, чтобы обрести все, что имеет Отец. Таинства и заветы — это те духовные вехи, о которых говорил президент Генри Айринг в своих поручениях. «Святые последних дней, заветный народ. Со дня своего крещения, оставляя позади духовные вехи нашей жизни, мы даем обещание Богу, а Он дает обещание нам. Он всегда выполняет свои обещания, которые Он дает нам через своих уполномоченных слуг. Но будем ли мы заключать свои заветы и соблюдать заветы с Ним? Это важнейшая проверка в нашей жизни». Соблюдение заветов демонстрирует нашу любовь к Спасителю и Небесному Отцу. Из всех причин, по которым нам следует быть более прилежными в соблюдении заветов, самая веская причина — это любовь. Если говорить о любви, в Ветхом Завете есть один стих, который трогает мою душу. Кто может остаться равнодушным к этой библейской истории любви Иакова и Рахили? «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее». Сестры, соблюдаем ли мы свои заветы со столь же глубокой и преданной любовью?
Почему Спаситель был готов соблюдать свой завет с Отцом и исполнять свою божественную миссию по искуплению грехов этого мира? Из-за своей любви к Небесному Отцу и любви к нам. Почему Отец с готовностью позволил Своему Единородному и Совершенному Сыну страдать от неописуемой боли, дабы Тот мог понести на Себе наши грехи, скорби, болезни и несовершенства этого мира и все несправедливости этой жизни? И мы находим ответ в этих словах. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Если мы в полной мере ценили бы те многие благословения, что доступны нам через совершенное ради нас искупление, мы бы со всем рвением и усердием выполняли все то, о чем Господь бы не попросил нас. Согласно этому высказыванию президента Джозефа Филдинга Смита, соблюдение заветов — это один из способов выразить свою любовь за непостижимое, бесконечное искупление нашего Спасителя и Искупителя и за совершенную любовь нашего Небесного Отца. Старейшина Холланд высказал такое смелое предположение. «Я не знаю, что именно будет происходить с нами в судный день, но я буду очень удивлен, если в какой-то момент беседы Бог не задаст нам тот же вопрос, который задал Христос Петру. Любил ли ты меня?» Сегодня я предлагаю каждой из нас оценить, насколько мы любим Спасителя, измеряя эту любовь тем, сколь радостно мы соблюдаем свои заветы. Спаситель сказал: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Как же все мы нуждаемся в том, чтобы Спаситель регулярно проявлял себя в нашей повседневной жизни. Будем же помнить о том, что даже те, кто в прошлом сбился с пути или кто в данный момент борется с трудностями, могут ощутить прикосновение руки доброго пастыря и услышать его голос. «Пойдем, ты больше не привязана, ты свободна». Сам Спаситель сказал: «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Он может так говорить, потому что он соблюдал свои заветы с любовью. Вопрос в том, будем ли и мы поступать так же. Пойдем же вперед с верой, решимостью в сердце и огромным желанием быть хранителями заветов. Именно так мы демонстрируем свою любовь к нашему Небесному Отцу и нашему Спасителю, о которых я свидетельствую с огромной любовью во имя Иисуса Христа. Аминь. Proclaim His wondrous word.
Когда умер мой свекор, наша семья собралась вместе и приветствовала тех, кто пришел выразить свое соболезнование. На протяжении всего вечера, общаясь с семьей и друзьями, я часто видела нашего 10-летнего внука Портера рядом с моей свекровью, его бабулей. Иногда он стоял позади нее, наблюдая за ней. Однажды я заметила, как он взял ее за руки. Я видела, как он поглаживал ее руки, слегка обнимал ее и всегда был рядом. Несколько дней после этого события его образ не уходил из моей головы. Я ощутила побуждение отправить Портеру сообщение и рассказать ему о своих наблюдениях. В электронном письме я написала о том, что я видела и чувствовала. Я напомнила Портеру о заветах, которые он заключил при крещении, и процитировала слова Амы в Массии, глава 18. «И ныне, поскольку вы желаете войти в стадо Божье и называться его народом, и готовы нести бремена друг друга, дабы они были легки, да, и готовы горевать с горюющими, да, и утешать нуждающихся в утешении, и всегда, везде и во всех обстоятельствах быть свидетелями Бога до самой смерти, дабы иметь вам жить вечную». Если это желание ваших сердец, то что имеете вы против крещения во имя Господа во свидетельство перед Ним, что вы вступили в завет с Ним, что будете служить Ему и соблюдать Его заповеди, дабы Он более обильно излил на вас Дух Свой? Я объяснила Портеру, что Алма учил, те, кто хочет креститься, должны быть готовы служить Господу, служать ближним всю свою жизнь. Я сказала, «Я не знаю, понял ли ты это, но то, как ты проявлял свою любовь и заботу к бабуле, это и есть соблюдение заветов. Мы каждый день соблюдаем свои заветы, когда проявим ли доброту, любовь и заботимся друг о друге. Я просто хочу, чтобы ты знал, я горжусь тобой, тем, как ты соблюдаешь свои заветы. Соблюдая заветы, которые ты заключил при крещении, ты будешь подготовлен к посвящению священства. Этот новый завет даст тебе больше возможностей благословлять и служить окружающим и поможет тебе подготовиться к заветам, которые ты заключишь в храме. Спасибо тебе за такой прекрасный пример». Портер ответил, «Бабушка, спасибо за письмо. Когда я обнимал бабулю, я не знал, что соблюдаю заветы, но чувствовал тепло в своем сердце, и мне было хорошо. Я знал, что это был Святой Дух. Я тоже ощутила тепло в своем сердце, когда осознала, что Портер понял взаимосвязь между соблюдением заветов и обещанием, дабы Дух его всегда пребывал с нами. Обещание, ставшее возможным благодаря получению дара Святого Духа. Сестры, встречаясь с вами по всему миру, я заметила, что многие из вас подобны Портеру. Вы становитесь тихими свидетелями Бога, готовые горевать с горюющими и утешать нуждающихся в утешении, даже не осознавая, что так вы соблюдаете заветы, заключенные в водах крещения, а также в храме. Когда вы любите, заботитесь друг о друге и служите окружающим малыми и простыми средствами, вы активно участвуете в работе спасения, Божьей работе, осуществить бессмертие и жизнь вечную человеков. Как дочери в Царстве Господа, мы заключили священные заветы. По словам Нефия, мы идем по тесному и узкому пути, который ведет в жизнь вечную. Мы все находимся в разных точках этого пути, но мы все вместе будем помогать друг другу продвигаться вперед со стойкостью во Христе, имея совершенную ясность надежды и любовь к Богу и ко всем людям. Джина служит советницей в обществе молодых женщин. Несколько месяцев назад она узнала о предстоящем мероприятии для молодежи в приходе, походе с восхождением на пик Малана. Она очень обрадовалась, поскольку поставила недавно цель взобраться на эту гору. Когда она пришла к подножью горы, к ней подошла добрая подруга Эшли. Взяв Джину за руку, она предложила совершать подъем вместе с ней. Она сказала, «Я пойду с тобой». В то время Эшли было 16 лет, и по состоянию здоровья она не могла идти очень быстро.
Поэтому вместе с Джиной они шли медленно, любуясь творениями Небесного Отца, нависшими над ними скалами и прекрасным цветочным ковром. Позже Джина сказала: «Вскоре я забыла о своей цели — подняться на вершину горы, и стала наслаждаться приключением иного рода, когда на своем пути замечаешь красоту окружающей природы, которую я и не заметила бы, преследуя свою цель — достичь вершину Малан». Джин и Эшли продолжали восхождение позади остальной группы, когда к ним присоединилась Эмма, другая девушка из прихода, которая решила подождать их и идти вместе с ними. Эмма еще больше вдохновила их. Она разучила с ними песню и всячески поддерживала и ободряла. Джин вспоминает: «Мы сидели и отдыхали, мы пели, мы беседовали и смеялись. Мне удалось лучше узнать Эшли и Эмму, чего я не смогла бы сделать при других обстоятельствах». В тот вечер это была не просто прогулка в горы, но нечто гораздо большее. На всем пути мы помогали друг другу, шаг за шагом. Когда Джина, Эшли и Эмма с песней шли в горы, вместе отдыхали, смеялись, они, возможно, не думали: «Мы прямо сейчас соблюдаем свои заветы». Но они соблюдали заветы. Они с любовью и состраданием преданно служили друг другу. Они укрепляли друг другу словами ободрения и поддержки. Старейшина Рассел М. Нельсон учил: «Когда мы осознаем, что мы — дети Завета, это дает нам знание о том, кто мы такие и чего Бог ожидает от нас. Его закон записан в наших сердцах». Марина Кузина — заветная дочь Бога. Она знает, кто она и чего Бог ожидает от нее. Когда она пригласила меня в свой дом в Омске, в России, я подумала, что буду служить ей. Но вскоре поняла, я оказалась там, чтобы поучиться у нее. Новообращенная в церкви, Марина живет по руководству из 22 главы Евангелия от Луки. «И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Она верит в слова нашего живущего пророка, президента Томаса Монсона, который сказал: «Пора прихожанам и миссионерам собираться вместе, работать вместе, трудиться в Господнем винограднике, приводя к Нему души». Когда мы будем действовать с верой, Господь покажет нам, как укреплять Его церковь в тех приходах и небольших приходах, в которых мы живем. Он будет с нами и станет активным партнером в наших миссионерских делах. Проявите свою веру, размышляя с молитвой о том, кого из ваших родных, ваших друзей, ваших соседей и знакомых вы пригласили бы к себе домой на встречу с миссионерами, чтобы они могли услышать послание восстановления. Марина следует этому совету, не только помогая и служа сестрам, которых она навещает, но делая гораздо больше этого поручения. У нее много менее активных подруг и тех, кто еще не слышал послания о восстановленном Евангелии Иисуса Христа. Каждый день она, проявляя свою веру, молится о том, чтобы узнать, кто нуждается в ее помощи, и затем действует по полученным побуждениям. Она звонит по телефону, выражает свою любовь и говорит своим подругам: «Вы нужны нам». Каждую неделю она проводит у себя дома семейный домашний вечер и приглашает соседей, прихожан и миссионеров, и духовно насыщает их. Она приглашает их в церковь, окружает заботой и садится рядом с ними, когда они приходят. Марина хорошо понимает недавние слова старейшины Джеффри Холланда о том, что приглашение, сделанное с любовью к людям и Господу Иисусу Христу, никогда не будет расцениваться как оскорбительное или неуместное. Она составляет список людей, которые были обижены, и продолжает служить им. Они знают, что она любит их, поэтому она может сказать им: «Не обижайтесь, это же смешно». Марина — ученица Иисуса Христа, соблюдающая заветы. Хотя в ее доме нет носителя священства, она каждый день ощущает Божью силу, выполняя свои храмовые заветы. Она старается устоять до конца на этом пути и помогает другим людям участвовать в работе спасения. Когда я делилась этими примерами,
Увидели ли вы свою роль в работе спасения? Подумайте о том, кто еще из дочерей Бога нуждается в поддержке, желая вернуться на путь заветов, или кому нужно помочь остаться на этом пути. Спросите об этом Небесного Отца. Это Его дочь. Он знает ее по имени. Он знает и вас. И Он скажет вам, в чем она нуждается. Будьте терпеливы и постоянно молитесь за нее. И действуйте по побуждениям, которые вы получите. Когда вы действуете в соответствии с этими побуждениями, Дух подтвердит вам, что ваша жертва принята Господом. Сестра Элиза Сноу с благодарностью отмечает старание сестер служить друг другу. Она сказала сестрам, что хотя церковь не сохранила записи всех пожертвований, которые они сделали, чтобы помочь тем, кто в нужде, Господь хранит совершенные записи об их спасительной работе. Президент Джозеф Смит сказал, что это общество было организовано, чтобы спасать души. Что мы делаем, чтобы привести назад тех, кто отошел? Чтобы растопить сердца тех, кто стал холоден по отношению к Евангелию? Есть и другая книга, хранящая записи о вашей вере, вашей доброте, ваших трудах и словах. Есть и другие записи. Ничего не потеряно. В книге Мормона Амон говорит о великом поводе для радости. Он сказал, «И ныне я спрашиваю, какие великие благословения ниспослал Бог на нас? Можете ли вы сказать?» Восклицая это, Амон не ждет ответа. Он говорит, «Вот, я отвечу за вас». Вот благословение, ниспосланное на нас, что мы стали орудием в руках Бога для осуществления этого великого дела. Мы дочери в Царстве Господа, соблюдающие заветы, и у нас есть возможность стать орудием в Его руках, участвуя каждый день в работе спасения малыми и простыми средствами, поддерживая, укрепляя и обучая друг друга, мы сможем присоединиться к Амону, восклицавшему. «Радость моя полна. Да, сердце мое до краев наполнено радостью, и я буду радоваться в моем Боге. Да, я знаю, что я ничто, и что касается силы моей, я слаб, а потому не буду хвастать собой, но буду хвалиться Богом моим, ибо с Его силой могу совершить все». Об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь. Sisters, how wonderful it is to be with you again. Сестры, как же чудесно вновь встретиться с вами. Недавно я познакомилась с женщиной, которая готовилась принять крещение. В то воскресенье, прежде чем добраться до церкви, ей пришлось прошагать 3 километра по густой грязи. Она тут же отправилась в уборную, сняла запачканные вещи, помылась и надела чистую воскресную одежду. На собрании общества милосердия она рассказала о своем обращении в веру. Меня тронуло переполнявшее ее желание омыться и очиститься через покаяние и искупительную жертву Спасителя. Затем меня тронула ее готовность отречься от старой жизни, чтобы заключить священные заветы с нашим Небесным Отцом. Она рассталась со своим другом, стремилась побороть свои пристрастия, чтобы начать жить по слову мудрости. Перестала работать по воскресеньям, чтобы ходить в церковь, и лишилась дружбы своих близких, когда объявила им о намерении креститься. Она горела желанием отвратиться от всех своих грехов, чтобы омыться начисто и ощутить искупительную любовь Спасителя. В то утро меня воодушевило ее стремление стать чистой, физически и духовно. Мы знаем, что многие из вас идут на подобные жертвы, ощутив свидетельство Святого Духа. Вы жаждете возможности покаяться, принять крещение и очиститься. Пожалуй, мы никогда не чувствуем божественную любовь Спасителя так сильно, как в моменты, когда мы каемся и ощущаем, что Его любящие руки простерты к нам, желая обнять нас и заверив в Его любви и одобрении. Несколько воскресений назад, слушая причастную молитву, я была тронута сильным чувством, с каким священник произносил каждое слово.
Позднее я позвонила этому священнику, желая поблагодарить его за то, что он помог мне и всем прихожанам получить глубокий духовный опыт во время причастия. Его не было дома, но его мама ответила: «Он будет очень рад вашему звонку». Он впервые произносил причастную молитву, и мы готовились вместе и беседовали о том, насколько важно причастие и достойное возобновление завета в крещении со Спасителем. Как же я люблю эту дорогую маму за то, что она обучает своего сына принципу силы завета в крещении и предоставленной ему возможности помочь прихожанам ощутить эту силу. Другая моя знакомая мать несколько лет посещает церковь одна с четырьмя маленькими детьми. Ей редко удается сосредоточиться на Спасителе во время причастия. И она, звучит знакомо, она разработала план. Теперь каждую субботу она старается анализировать, как прошла неделя, и размышлять о своих заветах и о том, в чем ей следует покаяться. И тогда, говорит она, чтобы у вас с нас с детьми не происходило воскресенье, я готова принять причастие, возобновить заветы и ощутить ощущающую силу искупления. Милые сестры, почему Спаситель придавал причастию столь огромное значение? В чем важность роли, которую это еженедельное возобновление наших заветов играет в нашей жизни? Осознаем ли мы способность Спасителя полностью очищать нас каждую неделю, когда мы достойно и со вниманием принимаем причастие? Президент Бойко Пекер свидетельствовал: «Это обещание Евангелия Иисуса Христа и Его искупления, чтобы в конце своей жизни мы могли пройти через завесу, покаявшись в своих грехах и омывшись начисто кровью Христа». Наше президентство испытывает огромную радость, когда наши сестры и их близкие заключают и соблюдают заветы, и наше сердце болит за тех из вас, кто сталкивается с серьезными жизненными невзгодами, когда ваши любимые нарушают заветы. Пророк Иаков, брат Нефия, получил от Господа наказ побеседовать со своими братьями о праведных женщинах и детях тех дней. Я свидетельствую, что его слова оберегались, чтобы дойти именно до наших дней. Он говорит нам то, что мог бы сказать сам Господь. Иаков был отягощен большим беспокойством и свидетельствовал мужьям и отцам: «Печалит меня то, что я должен прибегнуть к такой резкости речи перед вашими женами и вашими детьми, чувства многих из которых чрезвычайно кратки, чисты и нежны. Рыдания их сердец возносятся к Богу. Многие сердца погибают, пронзенные глубокими ранами. Женщинам и детям, соблюдающим заветы, в те и в наши времена Иаков обещает: уповайте на Бога с твердостью ума и молитесь Ему с огромной верой, и Он утешит вас в ваших страданиях. Поднимите головы свои и примите отрадное Слово Божие, и насыщайтесь Его любовью». Сестры, я свидетельствую о силе и мощи молитвы, в которой мы выражаем свою самую сокровенную боль и желание, об ответах, которые мы получаем, насыщаясь священными писаниями и словами живущих пророков. Почти 3 года назад ужасный пожар опустошил изнутри наш возлюбленный табернакль в Проуво, сыгравший важную роль в истории. Его утрата стала огромной трагедией как для города, так и для членов церкви. Многие задавались вопросом: почему Господь такое допустил? Конечно, Он мог бы не допустить пожара или остановить разрушение. 10 месяцев спустя, на Октябрьской генеральной конференции 2011 года, у всех перехватило дух, когда президент Монсон объявил о том, что почти начисто уничтоженный табернакль станет святым храмом, домом Господа. Внезапно нам стало ясно то, о чем Господь знал всегда.
Пожар начался не из-за него, но он позволил огню сжечь здание изнутри. Он видел в табернакле величественный храм, неизменный дом для заключения священных вечных заветов. Мои дорогие сестры, Господь допускает, чтобы мы были испытаны и проверены, иногда до крайнего напряжения сил. Нам доводилось видеть, как жизнь наших любимых, а, возможно, и наша собственная, образно выражаясь, сгорала дотла, и задавались вопросом, почему любящий и заботливый Небесный Отец допустил такое? Но Он не оставляет нас на пепелище. Он стоит, раскрыв объятия, пылко призывая нас к Себе. Он перестраивает нашу жизнь в величественные храмы, где Дух Его может пребывать вечно. В учении Заветах 58:3-4 Господь говорит нам, «Вы не можете узреть вашими физическими глазами в настоящее время планы Бога вашего относительно того, что сбудется в будущем, и славу, которая последует после многих бедствий. Ибо после многих бедствий последует благословение, а потому наступит день, когда вы будете увенчаны великой славой». Сестры, я свидетельствую, что у Господа есть свой замысел для жизни каждой из нас. Никакие ее события не становятся для Него шоком или сюрпризом. Он знает все, и Он любит всех. Он готов нам помогать, утешать нас и усмирять нашу боль по мере того, как мы будем полагаться на силу искупления и чтить свои заветы. Именно испытания и страдания могут направлять нас к Нему и побуждать нас держаться за свои заветы, чтобы можно было вернуться в Его присутствие и получить все, что есть у Отца. В этом году мне нужно и важно было глубже ощутить любовь Господа и получить лишнее откровение, чтобы лучше понять свои храмовые заветы и облегчить свое бремя. Молясь именно о таких благословениях, я почувствовала, как Дух побуждает меня отправиться в храм и более внимательно слушать каждое слово благословений, обещанных мне. Я свидетельствую, что по мере того, как я более целенаправленно слушала и старалась проявлять веру, Господь являл мне свою милость и помогал, облегчая мое бремя. Он помог мне ощутить великий мир, когда, молясь, я не получала ответа. Мы обязываем Господа исполнять обещания, когда соблюдаем свои заветы и проявляем веру. Приходите в храм, милые сестры, и получайте свои законные благословения. Мне бы хотелось коснуться еще одного способа обрести уверенность и веру. Иногда мы, женщины, склонны излишне себя критиковать. В подобные моменты нам нужно искать Духа и спросить, «Хочет ли Господь, чтобы я так думала о себе? Или таким образом сатана пытается нас низвергнуть? Помните о природе нашего Небесного Отца, чья любовь совершенно и бесконечна. Он хочет нас укрепить, а не разрушить. Нам, членам церкви, иногда кажется, будто для того, чтобы Господь нас принял, мы должны быть частью совершенной семьи СПД». Мы часто чувствуем себя недостойными или непригодными в Царстве, думая, что не подходим под это описание. Дорогие сестры, в конечном счете, самым важным для Небесного Отца будет то, насколько хорошо мы соблюдали свои заветы и старались следовать примеру нашего Спасителя, Иисуса Христа. Я свидетельствую, что Иисус Христос наш Спаситель и Искупитель. Благодаря Его искупительной жертве мы можем еженедельно очищаться, принимая Его причастие. Возобновляя и почитая свои заветы, мы можем облегчить свои бремена и непрестанно очищаться и укрепляться, чтобы в конце нашей жизни мы могли быть достойными получения возвышения. Я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа.
Аминь. Сестры, пойдем же туда, куда хочет Господь. Будем говорить то, что Он хочет от нас услышать. И самое важное, станем теми, кем Он велит нам стать. Мы выражаем глубокую благодарность и признательность хору и всем другим участникам, помогавшим в подготовке этого священного собрания. Мы также искренне благодарим каждого из вас за то, что вы были сегодня с нами. Теперь нам будет оказана честь услышать выступление нашего возлюбленного пророка, президента Томаса С. Монсона. После его выступления хор закроет это собрание гимном «Дай святости больше». Затем заключительную молитву произнесет сестра Анна Диагостини, член Генерального правления Общества милосердия, президент Монсон.
полный дом. Мои дорогие сестры, дух, который мы ощущаем сегодняшним вечером, является отражением вашей силы, вашего посвящения и вашей добродетели. Цитирую Господа: «Вы — соль земли. Вы — свет мира». Когда я размышлял о возможности выступить перед вами, мне напомнили о той любви, которую испытывала в отношении общества милосердия моя дорогая жена Фрэнсис. В течение своей жизни она служила во многих призваниях в этом обществе. Когда нам с ней только что исполнилось 31 год, меня призвали президентом канадской миссии. В течение 3 лет этого служения Фрэнсис председательствовала над всеми обществами милосердия в этой обширной территории, которая охватывала провинции Онтарио и Квебека. Благодаря этому и другим призваниям, которые она исполняла в обществе милосердия нашего прихода, она обрела многих близких друзей. Фрэнсис была верной дочерью нашего Небесного Отца, моей возлюбленной спутницей и самым близким другом. Я тоскую по ней сильнее, чем могу выразить. Я тоже люблю общество милосердия. Я свидетельствую вам, что оно было организовано по вдохновению и является частью Церкви Господа здесь, на земле. Невозможно подсчитать все доброе, что принесла эта организация, и количество жизней, которые были благословлены благодаря ей. В обществе милосердия есть самые разные женщины. Есть незамужние, те, кто еще учится, возможно, работают, и, тем не менее, живут полноценной и наполненной жизнью. Некоторые из вас заняты заботами матери подрастающих детей, другие, возможно, потеряли своих мужей в силу развода или смерти, и, возможно, испытывают сложности в воспитании детей без поддержки мужа или отца. Некоторые из вас вырастили своих детей, но те продолжают постоянно нуждаться в вашей помощи. У многих из вас на руках престарелые родители, требующие любящей заботы, которую только вы можете им предоставить. Где бы вы ни находились на жизненном пути, наступают времена, когда каждый из нас сталкивается со сложностями, испытаниями, и хотя они у каждого свои, тем не менее, они присущи всем нам. Многие испытания, с которыми мы сталкиваемся, существуют, потому что мы живем в земном мире, населенном самыми разными людьми. Иногда мы в отчаянии вопрошаем, как же мне полностью сосредоточиться на целестиальном, когда я стараюсь проложить путь в телестиальном мире. В определенные моменты вам придется идти по тропе, усеянный шипами и отмеченный преодолением сложностей. Люди становятся более склонными отдаляться, даже изолироваться от дарителя добрых даров. Нас беспокоит, что мы идем по этому пути одни. Страх заменяет веру. Когда мы попадаем в такие ситуации, я умоляю вас помнить о молитве. Я люблю слова президента Эзра Тафф Бенсона о молитве. Он сказал: «Совет полагаться на молитву я всегда ценил выше почти любого другого совета, полученного мной за всю мою жизнь. Это стало неотъемлемой частью моего естества, якорем, неиссякаемым источником силы и основанием для моего познания божественных истин». Пусть будут преследования, пусть приходят неудачи. В молитве мы можем найти уверенность, ибо Бог даст душе покой. Этот мир, этот дух спокойствия для нас — самое великое благословение в жизни. Апостол Павел сказал: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума,
соблюдал сердца их и помышления во Христе Иисусе. Какое великолепное обещание! Мир, который мы ищем и которого мы жаждем. Нас не поместили на эту землю идти в одиночку. Какой удивительный источник силы, подспорья, утешения доступен каждому из нас. Он знает нас лучше, чем знаем самих себя. Тот, кто видит картину в другом масштабе и знает конец с самого начала, заверил нас, что будет с нами, чтобы предоставить нам помощь, если только мы попросим о ней. Нам даровано обетование. Всегда молитесь и будьте верующими, и все будет содействовать ко благу вашему. По мере того, как наша молитва возносится ввысь, давайте не забывать слова, которым нас учил Спаситель. Испытывая невыразимую муку в Гефсимании и на кресте, Он молился Отцу. Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. Несмотря на всю сложность ситуации, которая может сложиться у нас, мы должны довериться Небесному Отцу, который лучше всего знает, как, когда и каким образом предоставить нам помощь, о которой мы молим. Мне нравятся слова поэта. «Не знаю, образом каким ответит Бог мольбам моим, но знаю, слово дал нам Бог, молитвы слышать каждый вздох. Придет пора, ответ найду». И я молюсь, и тихо жду. Не знаю, сразу ли получу я все, что так давно хочу. Тому решать доверю я, чья мудрость выше, чем моя. Воздаст мне по мольбе моей, или то пошлет, что мне нужней. Конечно, молитва нужна не только в моменты испытаний. В священных писаниях неоднократно повторяется, что нам необходимо молиться всегда и хранить молитву в своих сердцах. Слова любимого и знакомого гимна ставят вопрос, на который каждый из нас должен спрашивать себя ежедневно. «Ты молился ли сегодня?» Вкупе с молитвой для преодоления испытаний в этом сложном мире нам даровано изучение священных писаний. Слова истины и вдохновения, представленные в наших образцовых трудах, являются для меня непревзойденных ценностью. Я не устаю читать их. Погружая в священные писания, я каждый раз испытываю духовный подъем. Эти святые слова истинной любви даруют мне руководство в жизни и ведут на пути к вечному совершенству. Читая, размышляя над священными писаниями, мы ощутим приятные подсказки Духа для наших душ. Мы найдем ответы на свои вопросы. Мы узнаем о благословениях, которые приходят через соблюдение заповеди Бога. Мы обретаем верное свидетельство о Небесном Отце и нашем Спасителе Иисусе Христе и их любви к нам. Вместе с нашими молитвами мы с уверенностью узнаем, что Евангелие Иисуса Христа является истинными. Президент Гордон Би Хинкли сказал, «Да благословит Господь каждого из нас насыщаться Его святыми словами и черпать из них силу, мир и знание, превосходящее все понимание». Если мы помним о молитве и уделяем время изучению священных писаний, наша жизнь будет безмерно благословлена, и наши ноши станут легче. Позвольте мне поделиться рассказом о том, как наш Небесный Отец ответил на молитвы и мольбы одной женщины и наградил ее миром и удостоверением свыше, которого она так искала. Сложности Тиффани начались в прошлом году, когда к ней приехали гости на День Благодарения и затем на Рождество. Ее муж учился тогда в медучилище на втором курсе. В силу долгих часов работы, требовавших от него, он не мог помогать ей больше, чем хотелось бы им обоим. Поэтому большинство дел, которые должны были быть сделаны во время этого праздничного сезона, как и забота об их четырех маленьких детях, легли на плечи Тиффани. Ей было тяжело. Ко всему прочему, она узнала, что дорогой ей человек заболел раком.
Стресс и беспокойство легли тяжким грузом на нее, и она впала в период отчаяния и депрессии. Она искала медицинской помощи, но ничего не менялось. У нее исчез аппетит, и она начала терять вес, что ее крохотное тело вряд ли могло себе позволить. Она искала мира через Священное Писание, молилась об избавлении от охватившего ее уныния. Когда казалось, что мир и помощь не приходили к ней, она начинала ощущать, что Господь оставил ее. Семья и друзья молились за нее и изо всех сил пытались помочь. Они приносили ей любимые блюда, пытаясь поддержать ее физическое здоровье, но она могла откусить лишь всего несколько кусочков. В один такой сложный день ее подруга тщетно попыталась заинтересовать ее блюдом, которое она всегда любила. Когда ничего не получилось, подруга сказала: «Должно же быть что-то, что тебе понравилось бы». Тиффани задумалась на секунду и сказала: «Единственная вещь, которая, как мне кажется, подойдет, это свежеиспеченный домашний хлеб». Но под рукой его не было. На следующий день на двери Тиффани зазвонил звонок. Ее муж в этот момент был дома и открыл дверь. Когда он вернулся, он нес с собой буханку свежеиспеченного домашнего хлеба. Тиффани была изумлена, когда он сказал ей, что хлеб преподнесла женщина по имени Шерри, которую они совсем не знали. Она была подругой сестры Тиффани по имени Николь, которая жила в Денвере, штат Колорадо. Шерри познакомилась с Тиффани и ее мужем несколько месяцев ранее, когда Николь вместе со своей семьей гостили у Тиффани на День Благодарения. Шерри, которая жила в Омахе, приехала в дом к Тиффани, чтобы повидаться с Николь. Теперь, спустя нескольких месяцев, держа в руках вкуснейший хлеб, Тиффани позвонила своей сестре Николь, чтобы поблагодарить ее за то, что та отправила Шерри с получением милосердного служения. Вместо этого она узнала, что Николь ничего об этом не знала и никого об этом не просила. История прояснилась, когда Николь поговорила со своей подругой Шерри, чтобы узнать, кто подсказал ей принести буханку хлеба. То, что она узнала для себя, вдохновило ее и Шерри. Это также является вдохновением для меня самого. В то утро, когда принесли хлеб, Шерри получила подсказку от духа сделать две буханки хлеба вместо одной, как она планировала ранее. Она сказала, что почувствовала, что ей надо взять вторую буханку с собой в машину в тот день, когда... А она не знала, зачем. После ланча в доме друзей ее годовалая дочь начала капризничать, и ее надо было отвезти домой для дневного сна. Шерри замялась, когда к ней пришло ясное чувство, что ей нужно доставить вторую буханку хлеба сестре Николь Тиффани, которая жила в получасе езды на другом конце города, и которую она почти не знала. Она попыталась отогнать эту мысль, понимая, что ей необходимо отвезти уставшую дочь домой, и чувствую замешательство от того, что ей нужно отвезти хлеб практически незнакомым ей людям. Однако внушение посетить дом Тиффани было достаточно сильным, поэтому она прислушалась к нему. Когда она приехала, муж Тиффани открыл дверь. Шерри напомнила ему, что была подружка Николь, с которой познакомилась на День Благодарения, и, передав ему хлеб, уехала. Так случилось, что Господь послал незнакомца через весь город, чтобы доставить не только желанный свежеиспеченный домашний хлеб, но также ясное послание о его любви к Тиффани. То, что произошло с ней, не может быть объяснено каким-либо другим способом. Ей так нужно было почувствовать, что она не одна, что Бог знает о ее трудностях и не оставил ее. Тот хлеб, именно то, что она так хотела, был доставлен ей человеком, которого она едва знала, кто совершенно не знал о ее потребности, но который прислушался к подсказке Духа и последовал его совету. Это стало очевидным знамением для Тиффани о том, что ее Небесный Отец знал о ее нуждах и любил ее достаточно, чтобы направить ей помощь. Он ответил на нее мольбы о помощи. «Мои дорогие сестры, ваш Небесный Отец любит вас, каждую из вас. Эта любовь никогда не меняется. Она не зависит от вашей внешности, вашей собственности,
количество денег на вашем банковском счете. Она не изменяется от количества ваших талантов и способностей. Она просто есть. Она с вами, когда вы печальны или счастливы, подавлены или исполнены надежды. Божья любовь всегда с вами. Заслуживаете ли вы ее или нет, она просто всегда с вами. Когда мы ищем нашего Небесного Отца через пылкую, искреннюю молитву и также через искреннее и прилежное изучение священных писаний, наши свидетельства укрепляются и укореняются в нас. Мы узнаем о любви Бога к нам. Мы поймем, что никогда не бываем одиноки. Я обещаю, что в один прекрасный день вы посмотрите на свои сложные времена и осознаете, что Он всегда был рядом с вами. Я знаю, что это истина. Это благословение для всех нас. Я оставляю вам свое благословение. Я оставляю вместе с вами мою благодарность за все хорошее, что вы делаете, а также за образ вашей жизни. Я молюсь о том, чтобы вы были благословлены всеми добрыми дарами во имя нашего Спасителя и Искупителя, самого Господа Иисуса Христа. Аминь. Oh,
Our Father in heaven. Наш дорогой Небесный Отец, Твой Дух очень глубок здесь. Мы пришли к Тебе, и мы отдаем Тебе благодарность. Благодарим Тебя за Твоего Иисуса Христа, Господа Иисуса Христа, в заключение за работу спасения, за собирание сестер. Мы благодарим Тебя за все, за каждую сестру, которая участвует в работе спасения. Мы благодарны за пророка. Мы благодарны за послание президента Томаса Эсмонсона, которое он дал нам сегодня. Мы благодарны за все послания сестры Бертон, сестры Стивенс и сестры Ривз. Мы благодарны за пример, который они нам дали. Мы благодарны за Общество Милосердия, эту прекрасную организацию. Мы также благодарны за священство. Мы благодарны за заветы, за священные заветы. И в это время мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, огромным желанием понять и хранить наши заветы. Мы горим желанием изучать Священное Писание и понимать, что Ты благословил нас верой. Мы просим, Отец, помоги нам, пожалуйста, понять нашу миссию служения как Твоих дочерей в эти последние дни. Мы выражаем свою благодарность Тебе и говорим все это во священное имя Иисуса Христа. Аминь.